Саша, с днем рождения! Еще одна песня. И потом группа улицы будет. Нет? Не будет группа улицы? А, потом суперструн? Пока ребята настраиваются, я хочу сказать, чтобы все понимали, что все, что сейчас происходит на сцене, своими корнями глубоко уходит в клуб «Тен», который работал одновременно с клубом «Десятка» и т.д. и т.п. И вот впервые такие посиделки от души, они появились именно в клубе «Тен». Они начались до того, как стали вручать премии «Кактус». Это клуб «Тен» делал, и радио «Катюша». Ну и как бы все это... Мы решили это дело просто не похоронить, а вот эти душевные песни, которые нам нравятся, песни нашего детства оставить, ну и как-то так поиграть их немножко, пока нам это нравится. Поэтому это не спонтанный проект, а это именно дань вот... Это такая ностальгия в хорошем смысле этого слова. Не такая ностальгия, когда там песок из почек, а ностальгия, когда надо вмазать как следует. Белградом шли мы молча рядом, казался близким самый дальний путь. Ты появилась, словно мне приснилась, но сон, конечно, не так легко вернуть. Тебя я снова должен встретить где-то, но я не знаю, где тебя искать. Ты словно песня города большого, но эту песню не могу отыскать. Все переулки мне уже знакомы, по всем проспектам я тебя ищу. И эту песню все равно я найду. Ночным Белградом пойдем мы снова рядом, теперь я знаю, что сказать тебе. Ты словно песня города большого, и эту песню ищу я везде. Девочка мала, песня Монограда, что себе дала сердце полно сна. Ой, что ты, Сенку, Сенку, да ты купи, и облак малый, под той кожей я. Не можешь забудешь, но же море снене, как ты собака, ой, облак сна. Девочка мала, песня Монограда, чувствую песенку, вечно да любим я, вечно да любим я, вечно да любим я. Не теряй накала.
Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять. Когда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда.
Раз. Пока музыканты настраиваются, я пару слов скажу. Когда я задумывал этот праздник, я думал, что это так, ну, с кондачка, ну, для своих. Ну, для своих оказалось так много, и они оказались такими классными, ну, не оказались, а они есть такие классные люди, что мне безумно приятно, что все это срослось в таком вот немножко раздолбайском духе, и что вот, вот так вот все классно продолжается. Я вас очень люблю, спасибо вам большое, что вы все ко мне пришли. Почему бас комик не идет? Как вы поняли, сегодня выступают проекты, так или иначе связанные с нашим самым с нашим главным проектом. Главным проектом моей жизни — это группа «Улицы». Как бы мы ни стремились откреститься от этого, это так. Я очень рад, что столько талантливых музыкантов вокруг нас проросло, и что мы, ну, какой-то импульс дали музыкантам. Вот это, ну, сейчас наш проект «Суперструны». Мы сегодня играем впервые в полностью живом варианте. Мы раньше использовали электронику активно, сэмплы. Сегодня мы играем только живьем. Это эксперимент. Я живьем. Ну что? Сейчас Женька еще что-то не готов. Мы живьем в краю родном. Пам-пам-пам. Так как состав у нас новый, мы тут будем корректировать по ходу дела наши тональности и песни, вы уж не обессудьте. Но мы постараемся, чтобы все было ништяк. Оля, а что-то меня маловато, мне кажется, сюда вот взад, в линию, в мониторы. И, наверное, можно включить пока заставку, пока... Господи, Оля, если б я знал, что это так выглядит. Я бы не говорил ничего вообще. Прости меня, пожалуйста. Ольга, наш бессменный звукооператор. Сейчас еще чуть-чуть. А, я забыл одеть очки, извините. Не могу последнее время. У меня глаза лживые. В очках не видно. Они ругаются. А концерт-то все не начинается. Только по вашей. Гитаристы вообще самые тормоза. Это...
со своими примочками, проводами и базарами. Это больше всего похоже, как вот ты собираешься уже как бы заняться сексом, а женщине говоришь, подожди, надо ну как-то еще там. Это все равно, что вот, ты собрался уже петь, играть, а гитара... Зачем у меня гитара расстроилась, бля? Вот то же самое. У вообще. Меня кленовый гриф. У меня гриф кленовый, и гитару повело, бля. Это... Друзья мои, не слушайте болтунов, займитесь делом, друзья. Гитаристы просят соточку вискаря на сцену. Причем оба просят по соточке. Соточка много, Жень. Так, профессионалы гитары не настраивают на самом деле никогда. Вот, пожалуйста. Друзья мои. Неловкая пауза. А пока я скажу, Жень, что вот тут все нормально, мы Жень, с Саней нацепили на себя образки старых пердунков, вот, и надеемся, что тоже будем хорошо в их возрасте себя чувствовать, на самом деле. Ворон, да, дай. Да, нормально, нормально все. Как надо, Саня. Дима, а ты, по-моему, Женька громко очень. Женька, громко. Женя, громко. Погнали. Бля. Тут опять что-то уже не отвалилось от тела. Он сейчас палец найдет, винтит себе обратно в эту в ладонь, и все будет... Погнали. Краски и лица, лица прекрасны, но в них не влюбиться. С первого взгляда и со второго в них не влюбиться. Если б мы знали, что будет так плохо, мы бы достали боеголовку и превратили собственный город в свой собственный город. Либо уходим мы с дома, не зная куда. Глаза смотрят на мир, но не могут его узнать. Это ли то, что мы думали, ждет впереди?
легче так жить, спим, йога. Нам легче так жить, кумиры стали друзьями, нам некого больше любить. Город меняет имя и время. Но редкое солнце, длинные тени, все, что останется. Это все, что останется. Это все, что останется. И мы уходим из дома, не зная куда. Глаза смотрят на мир, но не могут его узнать. Это ли то, что мы думали ждет впереди? И мы пьем, ведь нам легче так жить. Спим, нам легче так жить. Кумиры стали друзьями, нам некого больше любить. И мы пьем, ведь нам легче так жить. Спим днем, нам легче так жить. Кумиры стали друзьями, нам некого больше любить. Вот как-то так. А Оля, баса маловато на сцене. Оля, баса. Слышно все? Ну, если не считать бас. Голос нормально? Минутку. Один момент. Оля, баса добавила? Обнадеживать, звать и опять молчать. Говорить то, что ты не хотела сказать. Набери, набери мой номер. Спросите меня, чего я здесь жду. Задайте вопрос, вы удивитесь. Пока все вокруг несутся домой. Я жду новостей от
терзанят. Почему и зачем надо обещать, обнадеживать, звать и опять молчать, говорить все, что ты не хотела сказать. Набери, набери мой номер. Просите меня, чего я здесь жду? Задайте вопрос, вы удивитесь. Пока все вокруг несутся домой, я жду новостей от любимой. От любимой. От любимой. От любимой. Женя, что за заводка идет постоянная, блядь, ну невозможно. Хулиган лысый. Простите. Прости. О, Господи. Дом над водой. Это, да, это, оказывается, не мишеня. Это его шмут. Песня, как вы поняли. Жень, как дела? Вискаря. Как
Еще одна, извините уж, грустная песня, но мы ее очень любим. Вот как-то так.
Еще две песенки. Мы помучаем вас. А потом выйдет... Потом дискотека! Супергруппа! Улицы! Может, подпоешь? Вон. На снегу целовались. Никого совсем не боялись. Охуенная песня, мне нравится. Евгений Лыков, автор. Еще одну песню поем. И маленький перекур. Потом улица. Тоже, кстати, песня нормальная. We'll be right back.
ночными поездами. Забудь свой старый зонт, побудь сегодня с нами. Исчезли навсегда все призраки из детства. Ты знаешь, никуда от этого не деться. Полярная звезда упала на ладони. Полярная звезда, зажги во мне огонь. Полярная звезда. Наполнен разговор ненужными словами. Зайди в свой старый двор и подпизди с друзьями. Кем вырасты, тебе никто не нужен. Горят твои мосты, а ты бежишь по лужам. Полярная звезда упала на ладони. Полярная звезда, зажги во мне огонь. Полярная звезда. Ансамбль «Суперструны». Спасибо. Маленький перекурщик. Я клянусь, они охуенные. Иногда сам не подозреваешь, в какой охуенной группе ты играешь. Спасибо. А сейчас, наверное, будут улицы. Sorry.
Да, это вы, как видите, группа «Улицы». Почти в классическом составе. Андрей Стригоцкий. Это наш вот новый барабанщик, он у нас уже неоднократно с нами играет. Можно считать его уже практически полноценным членом нашего коллектива. А клавиши? Оль, клавиши. Сегодня у меня столько неожиданных встреч произошло здесь. Это просто чума. Например, приехали внезапно мои друзья из славного города Вологда. Миша, я вас люблю, где вы там? Илья Сонюшкин приехал аж из далекой Ермолы. Миша, спасибо, мы с Сашей вызволяли его машину со штрафстоянки. Миша какой? Про кого говоришь? Про Вологду. А, про Вологду. Когда тебя правда... Да, было дело. Что-то еще было сегодня такое? Ну, мы пройдемся по классическому репертуару группы «Улицы». С кое-какими вкраплениями из более поздних вещей. Нету, да? Сейчас клавиши наладят. Клавиши появились. Славно. Да, это улица. Оп. Ну что, погнали? Ломается автобус, когда в нем едешь ты со мной.
твоя звезда. Я твоя цель, baby, цель, baby, цель, baby, цель. Я твоя цель, я твоя звезда. Я твоя цель, baby, цель, baby, цель, baby, цель. Я твоя. Я твоя. Я твоя. Я твоя. Как-то так. У нас, вы знаете, аккорды всегда очень простые, но доходчивые. Вчера письмо я из далекой Азии. Мне товарищи его привезли с Аказией. Что ли я боюсь, что ли я смеюсь, что ли я летаю? Что ли я бегу, что ли я лежу, что ли улетаю? Расцвела вдруг на обоях буйным цветом лилия. На карте мира поплыла в океан Бразилия. Что ли я боюсь, что ли я смеюсь, что ли я рыдаю? Что ли я бегу, что ли я лежу, что ли улетаю? Это все записано на листах зеленых, что про эти остальные страны отдаленных. Это все записано на листах зеленых, что про эти остальные страны Азии. Мне товарищи его привезли с Аказией. Что ли я боюсь, что ли я смеюсь, что ли я рыдаю? Что ли я бегу, что ли я лежу, что ли улетаю? Это все записано на листах зеленых, что произрастает на странах отдаленных. Это все записано на листах зеленых, что произрастает на странах отдаленных. Это все записано на листах зеленых. Это все записано на листах зеленых. Концовка. Оль, дай, пожалуйста, в мониторы клавиши. Thank you.
мальчик. Немного быстрее взяли, но это ничего. Я не сплю, и ты не спишь. Я молчу, и ты молчишь. Зачем горит телевизор? Вон серый дом, как большая тюрьма. Какой у нас срок и в чем наша вина? Спроси, и я не отвечу. Радику хорошо, смотрите как. На нас смотрит бинокль, космонавт на луне. Ему не видно детали, лишь фигуры в окне. Но мы попадем в каталоги. Вот наше лекарство, до стакана воды. Один против боли, другой это ты. Давай отопьем понемногу. Хорошо бы уснуть и проснуться вне зимы, и вдруг внезапно ощутить, что мои это не мои, что вокруг нас океан. Плывет и ты, и мы плывем куда-то вместе с ними. Я и ты, далеко, далеко. Вода чистая, и у вас куда нам дышится легко. Нам не нужно знать, где север, где я. Нам не нужны большие слова, наш язык ультразвук. Спасибо. Спасибо. Ладно, больше не будем вас томить. Сейчас тут какие-то опять. Все нормально. Темная ночь. Все, сейчас, извините. Спасибо, спасибо. Спасибо, что вы пришли. А я-то вас как? Всех. В танцы надежды я выпускаю.
пускаю на вас струю танцевального дыма. Белые люди, бледнолицые люди, за руки взявшись, кружат в хороводе. Не запивнитесь в клубах, клубах танцевального дыма. Thank you.
движется навстречу, идет, как во сне. Калибри в зоопарке, орхидея в дерьме. Черные алмазы и птичьи меха. Она умеет так немного, но в этом дока. Но она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветы шуга. Береги свой. Ну что, пройдемся еще по старым хитам. Ребята, привет, я... Ребята, на самом деле, очень ненавижу эту группу. Для меня она была очень страшной группой, когда я первый раз ее увидел как музыкант в 77-й путяге. Потому что я пришел туда как никто, как человек, который случайно играет на гитаре. Но... пригласил меня туда Радик, да. Но фишка только в том, что я ненавидел эту группу только потому, что я не смог, понимал, что я не смог достичь высот тех, которые предлагала эта группа. Я был начинающий музыкант. Сейчас точно так же я начинающий музыкант. И фишка только в том, что я как страшный лузер хочу пожелать этой группе огромного-огромного респекта, потому что я всегда буду ей завидовать, потому что я лузер. И есть супергруппы, а есть отстой группы. Я могу только констатировать факт, что каждый из нас находится на одной стороне. И сегодня мы присутствуем только на том, что уважающие группу, которая для меня является очень интересной вещью, сегодня играет. Йоп! Сейчас он будет распевать свои клавиши.
тобой странно. Собаки, ты скажешь да-да-да, ты скажешь ту-ту-ту. Моё с тобой странно, собаки, спасибо. Мне тоже понравилось. Разлетается любовь по крышам голубиным пухом. Я про это что-то слышал, я про это что-то читал. Каждой рыбке по крючку, на каждый крючок по червячку, каждой девочке по мальчику, вешали по любви, вешали по любви. Каждой рыбке по крючку, на каждый крючок по червячку, каждой девочке по мальчику, вешали по любви. На пары для кого-то это слишком просто, для кого-то за пары. Пусть черные любят белых, синие любят красных. В подъездах и на скамейках любви предаются страстной. Я про это что-то слышал, я про это что-то читал. Каждой рыбке по крючку, на каждый крючок по червячку, каждой девочке по мальчику свешили по любви. Каждой рыбке по крючку, на каждый крючок по червячку, каждой девочке по мальчику свешили по любви.
Как вы знаете, концовки группы «Улицы» удавались лучше всего. Ну а сейчас мы ударим. Сейчас попробуем Моно переплюнуть с его проектом. Мон, ты только хорошо пой там, ладно? Никак не обойтись. Это повод для начала мировой войны. Влада
Я тебя застал с другим при свете луны. Споете вместе? Он бы хотел, он тебя отымел. Это повод для начала мировой войны. Сердце в так струне. Посмотри мне в глаза, 9 грамм или нож, выбирая звук гитары, разносился в тишине. Тучная ночь текила, я щурится в траве. Это Acid House. Митрошин пришел, что-то там сбил настрой. И собаки забывали в стороне. Пистолет, кобуру на коня и в портере. Твое тело остывало на земле. Пустая ночь текила, ящерицы в траве. Это какая-то инвалидная музыка, извините. Может, побыстрее начнем? Зеленый свет зажегся,
идет мой медленный поезд. Смотри, вот он идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не будет. Мне не нужны вопросы, а мне нужны ответы. Мне не нужны признания, во мне нужны твои советы. Последний час настал, теперь уже все равно. Спасибо вам за ласку, спасибо за вино. Я сказал все, что хотел сказать, что мог бы вам сказать еще. Все, что я хочу, это чтобы всем было хорошо. И кто-то плюнет мне в спину, и кто-то помашет рукой. И кто-то назовет меня негодяем, но кто-то назовет звездой. Смотри, вот идет мой поезд, вот идет мой медленный поезд. Смотри, вот он идет мой поезд, и завтра меня здесь уже не будет. Смотрю на вас, зеленый свет зажегся, красный свет погас. Вот идет мой поезд, рельсами звеня. Спасибо всем, кто выбрал время проводить меня. Смотри, вот идет мой поезд. Вот идет мой медленный поезд. Смотри, вот он идет мой поезд. И завтра меня здесь уже не будет. Это группа улицы. Спасибо вам, что вы все пришли. Вы не представляете, как мы вас любим. Армен Чекунов. Наш бессменный и надежный басист Юра Лютых. Андрей Стригоцкий. Родион Чекунов. Жека Лыков, мой лирический герой. Спасибо.